Камчатском крае завтра начнется финал всероссийского слета юных туристов. Он объединит 25 лучших региональных команд. Почти 300 ребят пройдут пешеходными спортивными маршрутами по местам Ключевского и Налычевского природных парков, а также по району вулкана Бакенинг. Юным туристам предстоит провести исследовательскую работу на краеведческую или экологическую тематику, а также составить устный отчет о пройденном маршруте. Ребятам нужно будет оценить объемы проделанной работы и поделиться впечатлениями о походе. После прохождения маршрутов школьников ждет фестивальная программа. Для ребят подготовили экскурсии, творческие мероприятия и мастер-классы, а также конкурсы. Среди них тематическая викторина 7977 по прямой и конкурс туристских обязанностей. Завершится всероссийский слет юных туристов 30 июля. Команды, занявшие призовые места в каждом виде программы, наградят дипломами и памятными призами.